Вот очередной удар. Вот очень это очень неприятный, неприятный получится. Еще раз открытый, да, падает. Это перелом в бою, друзья. Это нокаут. Мне кажется, это нокаут. Это он попадает. Джошуа, Джошуа все понял. Все, рефери останавливает бой. Вот просто и он тут же раунде усилился, вот ускорился. Правый прямой сначала попал Джошуа и в седьмом уже. Возраст 39 лет. И трансляцию. Эмоциональная готовность. Это и по-прежнему остается непобежденным. Наткнулся на жесточайший удар. Вот он. И увидел Джошуа. Дальше еще один. В каком состоянии, Ром, вот, в каком состоянии, да, он поднялся? Вот двойку какую пропустил. Да. Ну, можно было, да, конечно, еще там дождаться. Ну, вот этот последний удар. Да, и там... Каинтон Джошуа. Ну, конечно, для здоровья опасно. Ну, Александр бы не сдался. Вот что-что, он бы старался подняться вот... На каких-то там непонятных эмоциях. Александр упал.